Здравствуйте, я Дмитрий Флорин. Я научу вас снимать видео так, чтобы оно было интересно. Одесса. Обычная пресс-сука. Губернатор Михаил Саакашвили. В отличие от других мероприятий, в которых участвует бывший грузинский президент, эта конференция никакая. Снимать разрешили всего в течение нескольких минут и на ограниченном пространстве, и при этом не снимать присутствующих на мероприятии. Но даже для закадрового текста или для видеоряда под комментарий, это видео, должно ли оно быть скучным? Обычный человек снимет его так. Ukraine has everything for that. Ukraine has amazing, first of all, amazing human resources, very highly qualified, hardworking. А вот так сняли бы его вы по окончании мультимедиа школы Укринформ. Маленький пример, который я сделал в течение 5 минут, стоя лишь на одном квадратном метре. Самый неблагодарный для журналиста час. Мы же с вами будем работать на большом информационном пространстве Киева, на различных событиях, используя разнообразную технику и мощные ресурсы ведущего информационного агентства Украины. Будет интересно, это оценит зритель, работодатель, этому позавидует конкурент.